Сейчас ответы на комментарии. Хрен сделаешь, потому что неудобный телефон. Сейчас я, короче, налью себе кофе и покурю. Загружается видео, где ответ на комментарий так медленно. И тупит. 22% только. Нам как-то неудобно отвечать на комментарии вообще. Сейчас пойду покурю. И вебка дурацкая. Что ж ты будешь делать? Ну хоть так, наверное. Вот 25%. То есть... Короче, будешь зачитывать, я буду отвечать, потому что там очень много комментариев. Это хрен пойми как ответить на них. Сейчас пойду покурю. Да почему? Я же публичная личность. Там люди пишут. Какой смысл? Что, почему не отвечать? Ну, тратить свое личное время. А. Ну... Там, может, что-то полезное пишут. Здесь все время теряю. О чем там? У меня там почти 3000, но они... Отписываются, потому что я там задал вопрос, что делать. Они это написали. Мне вообще все равно. Thank you.
Это ничего не меняет. Вот сейчас 38% только. Я не знаю, почему так медленно телефон нужно. Телефон нормальный. Сейчас. Ну-ка, может, можно зайти. Не буду, блин. Буду, когда возьму, съем. Короче, сейчас попробую зайти. Тик-ток. А что-то вот у меня шкаф обрызгано. Сбоку видно, как отсвечивает. Да я не знаю. Так. А, вот, нашелся. Фига от меня отписалась, ну пофиг. Короче, отписалась это, которая... Вот мой аккаунт, вот мои видосы, а где посмотреть комментарии? А можно войти? Попробую зайти через комп в ТикТок. Попробую сейчас. Где здесь посмотреть комментарии-то все? Тут капец. Каждое видео нужно посмотреть, искать комментарии. Ну давай попробуем. Где комментарии смотреть? Идея неплохая на самом деле, пишет. А что за идея? Я такой же скучный. Ну да. Помню, я говорил в видосе, что я скучный. Красота очень красивая. Спасибо. Неудобно очень комментарии, а зачем их игнорить, не знаю, тут неудобно. Так, посоветовали, короче, на случай голода
ну, апокалипсис, голод. Что купить? Советуют белорусскую тушенку 98.8% мяса. Конечно, помогут. Я белорусская тушенка, а тут говядина тушенка. А ты узнай, можно в интернете спросить, чтобы он ответил? Хранилище федеральное с запасами продуктов на несколько лет, которые на случай чрезвычайной ситуации. Ну, все разворовано, я думаю, я не знаю. Нет, да, конкретно, чтобы они ответили, чего там, где, сколько. Так, спрашивают, что у тебя за телефон? У меня тайский телефон Сиво. Подожди, какой вопрос такой? Узнать, где находится федеральное хранилище? Вообще, раньше же были на случай войны, ну вообще на случай плохой, запас, неприкосновенный запас, который хранится специально на складах. Ну, сейчас все коррупция, разворовали. Да это твои эти, ну, фантазии. Ну, давай спросим вот. А конкретно. У кого спросить? Я не знаю, как же, когда я смотрю, видеть, там все время они что-то натычат, раз, и им все говорит компьютер. Они вопрос задают, сколько средняя зарплата в какой-то стране. Он чик-чик настучал сюда. Ну, тоже можешь вести вопрос. Ну, я не умею, у меня не получается. Давай сейчас введу. Например... Что там федеральное... Хранилище. Федеральное хранилище... Продуктов. Продуктов. Войны. Государственное хранилище продуктов питания. Вот есть КПРУ, Зен Яндекс и Википедия. Давай. Можно в трех этих посмотреть разных. Можно в Зен Яндекс посмотреть. Государственный резерв СССР здесь только. А время новой России. Хранится в них все от швейных иголок до ракетных двигателей. Население России в первую очередь должно быть обеспечено всем необходимым на 3-6 месяцев. На сколько месяцев? 3-6. Всего лишь, да? Прежде чем военные. В наши дни крупы, консервы, соль, спички, медикаменты, техника, машины. Нефтепродукты, кто в готовом виде, в шахтах, наплавные мосты, металлы, редкие, все составляющие для производственных процессов. Запас пресной воды нету, только разрабатывается этот вопрос. Где хранят? Большинство из них, всего на балансе Росрезерва 150 комбинатов и 10 тысяч пунктов. Выработки в горах, бывшие свиные шахты, подземные сооружения в вечном мерзлоте или под водной поверхностью. Закладка хранилищ в Сахалинской области, в Иркуте и Якутии. Не знаю. Сейчас, подожди, посмотрим.
Тут много написано, читать неохота. На случай ядерной войны. Ну, короче, есть где-то. Мы в основном в СССР делали, а сейчас не особо. Взял долг на дошек, спрашивает. Видео, где мне задонатил и брой чел 50 рублей. Да нет, у меня мама дает деньги. Так. Не помню, когда было, но ты рассказал про друга. Как он сейчас общается. Ну, сегодня будем бухать с Лёхой. Вот как сейчас. Блин, как тут все. Гоу-стрим на тему о жизни. Будет классно, пишет. По поводу моей внешности. С шеи сбрить. Питон легок по ознакомлению и после того, первый урок можешь писать примитивные игры в консоль. Сейчас посмотрим, что за питон. Питон. Питон — это змея, да? Да, это из программы такая сейчас, такие как GT. Не, вообще это же змея, питон. Ну да. Зон. Там еще титанистый язык. Белорусскую тушенку. А где купить белорусскую тушенку? А я в этом не разбираюсь. Что у тебя за телефон? Сива? Если назовите тебе Варана, было не так написано. Ну да. Я помню Биваран. Видосы делал. Смотрел. Что? Да, я так. На чем пишешь? На телефон. В ДНС все очень дорого. Актив как у крутого чела. В основном в ТикТоке сидят дети, им попросту это неинтересно. Контент слишком серьезный в плане разговоров и рассуждений. Использованием ТикТока интересны короткие. Гений. Написал мне, что я гений. Ну, это типа Сакар. Короткие смешные видео. Хорошая идея с рисованием. У тебя довольно специфический контент. Не духи, какие-то хакинки про рисование, хорошо, легенда. Вселенная кто-то у меня. Так постоянно лезет, смотри, заебали. Короче. Процессор у тебя хороший, нужно только оператив и таймить и увеличить. Я уже налил. Windows на C8. У меня 10 теперь, да. А, 3060, по-моему, хорошо будет. А. Это, блин, тупой телефон. Возможно. Съебался.
Анатольевич, в этом, это по оперативной памяти. Отлично, Руза. Быстрее здравия. А там обратное зеркальное отражение? Да. В этом, как вот, чарта рулетка. А вот, ты не куришь для нас или для себя, по-моему, просто глупо оправдываешься. Да хрен знает. Я вообще поглупел. Я не помню, когда было, но ты рассказывал про друга, как он сейчас, вы общаетесь. А я сегодня видел Ромка. А, я тоже его видел недавно. Какая прическа-то, такой хвостик. Ну и чё? Гений. Это типа видосами. В будущем будет все мирно, хоть это скорее всего невозможно, но надежда умирает последний, так ведь? Я тоже надеюсь, что будет все мирно, но ничего не будет мирно. За пастырь стал уважение. Ну, спасибо. Так, чел тут прокомментировал. Ищи какао-бобы сырые, это бомба. Где достать какао-бобы? А что там такого? Гвоздику или заваривай. Гвоздика она продает. Какао-бобы, гвоздику, косточки абрикосов. Советую жать, чтобы чувствовать себя бодрее. Косточки абрикосов у тебя уже вон на столе. Ты салат съел? Потом съел. А где он? Лежит здесь. Ты срачи, убери кровать, Саша, хотя бы. Наведи порядок. Сейчас, подожди. Какого бобы где достать? Я про них даже не знал никогда. Ты знаешь, что какао существует? Так, что тут? А в какао порошок, это, наверное, и есть. Да это хуйня. Смолотые бобы. Так, вот какой-то чел мне написал дофига комментариев. Дружище, послушай, посмотрел ты видео про прогулки с девушкой. Так вот, понимаю все твои проблемы, у тебя запинки в речи, тебе сложно. Фига 15 комментариев. Тебе за пинкерю тебе сложно подобрать нужное. Что нужное? Тебе сложно подобрать нужное слово, так как ты асоциальный, почти не общаешься с людьми вживую. Вот это тебе мой совет. Читай много книг, причем разных книг. Да я уже читал! Очень много. И это наоборот ухудшило. Ты вашу конечность читай также и стихи. И стихи читал, учил наизусть. Старайся быть менее открытым перед незнакомыми людьми. С собой быть хорошо в компании ребят, с которыми ты знаком, поверь мне. Люди судят по обложке, но если ты начнешь знакомиться с людьми не прям открыто. А постепенно давай себе понять, пожалуйста, прислушайся, ты тоже человек с доброй душой, но тебе обязательно нужен человек для общения, обязательно. Постепенно себе делать инициет и улучшить процессор, оперативную память. Ну, это я улучшил. Как дела? Я, короче, улучшил комп сейчас. Поменять тему пасту, видеокарту. Я, короче, учил все это, и ничего мне не помогло, наоборот, стало хуже. Те челы, которые хорошо общаются с девушками, они вообще ничего не читают. И даже толком ничего не говорят, мне кажется. Сделать видео короче. Вас, Шизан, да. Спасибо, что ответил, удачи тебе. Советую улучшить процессор. Так, это я улучшил видюху. Видюху я не улучшал. Давайте посетим спасать. Слава шуя. Думаю, что люди через 50 стоит, картина станет чем-то великим. Я думаю, через 50-100 лет не будет нашей цивилизации и картин, и всего, что мы выкладывали в интернет.
будет новое средневековье. И восстали люди из пепла от огня, и пошла война, да, шли на десятилетия. Мужик. Стенхэт мне написал, мужик. Отличный дубляж. Парень такой, сделай игру, научись материть, сделай промо-ролик со своими планами, попробуй найти людей. Записки сумасшедшего, 5-я серия. Ну я сумасшедший, да, и чё, как игра будет называться? Вот я не знаю, как это. Прекрасный рисунок, удачи, мужик. Жесть, Лера, давно тебя вредит, но ты еще жив. Сравнивай меня с Егором Летовым. Да, это сибирский панк, советский, панк-панка. Игру нигде не будет скачать. Ты просто заходишь ко мне в ВКонтакте, где и играешь со мной. Через стрим смотришь экран. Надеюсь, ты выпустил шедевр, на котором ты заработаешь, потому что тебе все как держись, брат, спасибо. Нет, я ничего не выпустил шедевра. Что-то есть. Кошка красивая. Это будет не скоро. Пожалуйста, смотри комментарии в видео, тебе сказали, что меньше не видит, без очков тебе лучше. Да мне, короче, говорят, что другие говорят, что в очках лучше. Ну просто. Мне приходится очки носить, потому что линзы я не могу носить. Меня жжет глаза. С 15 до 20 лет я носил линзы, было все нормально, потом стало жечь глаза. Возможно, у тебя инфаркт из-за того, что ты перестал пить кофе и курить тоже, возможно, бессонница, тоже опасно. А как провериться на инфаркт? Не врач, не лучше провериться. А как провериться? В частной клинике? Какой инфаркт? Ты что? Ты правда на Норика похож. Знал бы. Что за Норик? Нарик? Ты очень красивый, спасибо. Ну так, доделай все игры, может с них потом деньги пойдут, чел. И просто заснимать, выложить. Да, я-то сделаю игры, но их никто не будет играть и их спиздят. Сейчас игры только на Западе выпускают. Без очков намного лучше, к тому же те перечные к лицу не идут. Ты будущий депутат. Секс. Брейся на лысо. А. Ну, когда будет апокалипсис, будем брейся на лысо, потому что в волосах будут вши заводиться и... А вот как в древности люди волосы выбирали? Стригли? Да, не так же, когда был первобытный век. Ну, наверное, никак. Йод не впитывается в нашу кожу, он ее немного раздвигает, исправляется на язык, перебиток. Тем не менее, долбы не питает, как гипноз, не далеко. Значит, надеюсь, что у тебя все получится, тебе удастся свалить свой угод, начать новую жизнь, а тебе же тебе, мужик, спасибо. Я не знаю, как это объяснить, но ты очень интересно скажешь, где видно, что ты очень хороший человек. Спасибо. Сходи к доктору. Да, я записался, я только жду. Посмотри, гоните лучник. Ой, Левашова, не хочу смотреть. Я там других смотрю. Что с тобой? Хреново. Все. Покажи свои картины. В интернете есть. Могу тебе шапок с вольги накрутить, и я грязил в волосях в киевской, псковской, ерундийской. А, кстати, я вот думал сделать шапку из вольги, проверить. Рептилоиды его продвигают, когда алкострим. Алкострим сегодня будет, точнее не алкострим, а видосы, потому что у меня на телефоне нет этого интернета. Если сегодня будем бухать с Лёхой, коммунистом, то
будет сильно. Саня, медик у тебя имеется, и смеется. Медик? Нет, не имеется. Он классный. Я занимаюсь программированием тогда и для того. Так же я через 4 года. Что за чел пишет? Можно я закурю здесь? Извините. Хуя в себе. Видос какой-то просто разговорный. Набрал 6-7 тысяч лайков и 172 комментария, ни хрена себе. Охренеть. Откуда это? Тут 172 комментария просто в каком-то. Для того даже 4 года. Программирование твое для того. Также я через 4 года, он что-то не написал. Я занимаюсь программированием для того. А, это какое-то старое видео. А, вот. Это старый видос какой-то. Там, короче, проблема в том, что мне плохо, трудно измениться, потому что я каждый раз, когда просыпаюсь, я как будто обнуленный. Сейчас челу отвечу. Привет, чел, если ты можешь помочь мне с программированием, напиши мне, пожалуйста. Я делаю игру, я обновил параметры компа и ищу программиста, который в простенькой программе 2D-шную игрушку поможет сделать. Ты можешь меня найти, напиши мне в личку просто. Если хочешь. Да, там пишут, что я оправдываюсь. Ну да. Есть такое.
тяжело меняться, реально. Ты прав. Ничего не написал. Ничего. Надолго загружается. Ужасы, плачу. Сына отправила жена в психушку. Да, суды бессмысленны. Врачи там жесть, что на право больницы к самим больницам забежали, закапываться в комиссию, все, что попало. Монтажа не хватает. Ну да. Как ты обходишь без алкоголя и наркотиков? Ну, я всю жизнь без этого обходился. Муравьи лучше людей, да. Нет, спишет. Спасибо за сигу, бро. Это типа чел. От имени бомжа, которому я помог тогда, пишется. Спасибо за сигу, бро. Жизнь стала короче. Счастья нет, спокойной ночи. Почему не пойти в церковь? Ты сделал хорошо для совести, администым пытался перед собой. Есть интересно, по православному минусу давать правой рукой, и чтобы никто не видел, думаю, снимать было лишним. Слышал, выход, секту или веру, это одна из стадий депрессии, сходи в церковь, проси мудрые мысли. Ну, супер мульт, спасибо. Зачем? Читай глубину. Да, я читал. Да хрен знает. Серия про психушку, да хрен знает. Мидвест муравьи. Не находится ваш телеграм. Но у меня телеграм. Толком ничего там не выкладываю. Я. Оружия нету, а COVID-19 не оружие? Да, конечно, это оружие. Орнух. Ну, хорошо. Как могут зарождаться мысли в голове, когда смотрел мой мультик? Спасибо, браток. Что за бред? Какой адрес Telegram? Я сам не помню. Что за песня? Это вводишь просто в Ютубе. Я не помню, что имя Вайленс. Поешь как фея из психии. Я, кстати, знаю этого чела. Ха-ха.
ищу мне девушки этим временем. Этот чел подкалывает, троллит. Плохо так. Тонко. Саня, хуйня, только ты каподастер на гитару забыл надеть. Протесты... так... Да, это постели. На каких платформах? На каких? На моем стриме выйдет. Смерти после загробной жизни. Думаю, есть. Я рассказывал об этом, я ощущал. Блин, мне так, я так устал. Тебе нельзя оружие. Так я, конечно, не приду к психиатру. Да, конечно, нельзя оружие. Блин, что-то я устал. Колд хочет мне помочь. Да моя мама по-разному общается. Зачем много жен? Да можно и одну просто, как кто хочет. Что это? Все угарно. Ага, никуда не текут. Не делай этого. А, спасибо. Ему нравится, Колк критикует меня, что мне нравится говорить о проблемах, не мешать. Толян Маркин, да-да-да. Да, отправку Колд. Вы как с палаты сбежали, уважаемый. Ха. Да, я не сбежал. На ходу придумываешь. Ну да. Счастье тебе не загоняйся. Как препараты называются. Сделать любом я призрак. Ну ок. Так уже есть альбом. Спасибо, братишки, за комментарии. Сериал про Мишу. Про Мишку этого, который... Ну... Плюшевый Мишка здесь у меня. Нет...
Наоборот, от этого препарата, наоборот, суицид уходит с башки. Дизлайк за название. Ну, окей. Плохой актер. По поводу того, что я там типа аутист. Назипаешь. Блин, я устал. Давай я буду смотреть. Фу, какой. Что я устал, блин. Ладно, да. Пойду. Тормозит. Сколебал тормозить этот. ТикТок. Блин, где мне какао бобы достать? Шею сбрить, ну окей. Что за актив, как у крутого чела? Что это значит? Какой актив? Специфический контент. Небесихи, да хар, да отправ. Да, короче, не будет в будущем все мирно. Блин, я бы хотел какао бобы жевать, но их нужно где-то достать. Синий йод.
блядь, видел, короче, ваши зомби, блядь, штаб. Блин, опять он тормозит. Власть, шиза! Голосом Жириновского охуенно звучит. Как дела? Да так себе. Записки сумасшедшего, 5-я серия. Ну я да, сумасшедший, я уже говорил. Лучше. Спасибо за добрые комментарии. Неудобно отвечать очень. Надо сразу все читать, а то столбом читать, потом тем загрузится. Ты там за... Вы просто можете, если хотите, что-то запись, знать 1 рубль и задать вопрос. Я точно прочитаю, потому что мне придет уведомление. Сходи к доктору. Да я уже жду. Да. Почему тебя отчислили? Ну, из-за композиции официально, а так там другие причины. Продолжение нельзя в себе держать. Ну да, выговориться душой, в курсе. Какой-то красавчик, столько вязанки его рисовать. Ну да. Спасибо, Трофим Офф. Сейчас за ночь полистаю, лист твой аккаунт, дико ты меня зацепил, Трофим, вот, за это... Ну, спасибо, браток.
Сегодня должны бухать с Алешей, но он не пишет никуда. Чего молчишь? Опа, ты живой, братанчик. Расслабься, братан. Я даже не знаю, кто ты, но такой жизнь, как я тебе 10 лет знаю. Я бегом работать. Да. Так тебе много не использовать, что не знаю. Покурил со мной крылья. Да, нихуя не понравилось. Делай видосы почаще, ты очень классный человек. Ну, спасибо, я буду делать видосы почаще, но... Про что... Про что видосы делать? Фредди Дред? Ну, не знаю. Каждый чел будет ошибаться, не судить спросить. Спасибо. Норм чел. Иерихон. Ну, давай посмотрим, что за Иерихон. Иерихон. Что-то напало. Как фильм называется? Грань будущего или грань времени? Да у меня нету солей. Диванный мудрец, да. Забанить за силу в кадре, ну да, хрен знает. Почему я в реках, я не знаю. Ну давай, пожелай. Сравнили меня с бородой из Хайлайт Майами. Егор Летов вернулся. Перестань различать сон и реальность. Да нет, почему? Снова твои друзья? Мне интересно тебя смотреть, мне кажется, ты одна из икон русского думера. А, да-да-да, кстати, русский думер. Спасибо, браток, за комментарий. Да, игру Готика мало кто знает. Олег ЛСП 10 лет назад. Привет, привет. Фредди Дред. Что за Фредди Дред? Давай посмотрим. Фредди Дред. Ха, реально я похож на него. Да, реально, я такой-то просто ютубер. Я реально на него похож.
потому что он тоже в очках. Расскажешь о себе. Да я рассказываю, что рассказать. Егор летом жив, вдруг держись, очень круто. Проект моча нужен, вот все будет хорошо, если будешь стараться играть. Почему так странно держишь Гера? Чтобы не прикасаться пальцами и не обжечься. Да, Саня, тихо, наверное. Куплинов у меня с вами, да. Полиция не будет помогать. Ну, скот не жалко, скинь. Да. С Шевцовым меня сравнил. Фредди Дредд. Чел, не надо продания, делай, что хочешь, главное в кайф. Что-то нет кайфа в жизни. Если бы к слову панк нужно было показать видео, то я бы включил это. Ты уже мужчина. А не на кофе, все здесь. Да. Я и так жду, когда скинь мне донат, я поеду к врачу. Тяжело бросить, ломает. Короче, Шевцовым следом сравнивают. Вы рак. Нет. Под чем ты это сделал? Ни под чем. Давай станем друзьями, ну давай. Егор, это ты, да. Саня, хули раскис, крепись. А о чем видео делать? Я пробовал, хуйня не действует на меня. Трава. У меня есть YouTube, да. Видно, что человек душевный какой-то. Код 24356. Буду следить за тобой и даже закидывать копеечку. Ну спасибо. Пацаны, удачи, воплощай свои мечты. Надеюсь, скоро сможешь эту цифру полностью вязать всех художников. Спасибо, код. Жмы старый. Ну да. Зачем грязь с какими-то левыми главами? Я так в провинции живу, куда ехать. Тебя считают неадекватным, каким-то ненормальным. Считаешь ли так, конечно. Егор Летов, Куплинов, устройся на работу. Хватит меня преследовать.
все до насыпи нормально не будут лезть. Какой-то вервольф. Летов, да, летов. Сколько ложишься, встаешь. Когда я не принимаю успокоительное, очень поздно ложусь. Встаю там, тоже поздновато. Разбавил рекомендации. Спасибо. Брат, не думай, что ты не будешь популярным. Для многих из нас ты действительно уникальная личность. И смотреть тебя очень. Спасибо, браток. Я только не знаю, за что мне интересно смотреть. Ты можешь написать? Я не знаю, куда мне телеграм. Потом найду. Раз он отметил то, что он сам славянин, значит, искореняет своего же брата по роду. Ну, есть. На ютубе. Да я вообще боюсь. Егор Летов, ты ли это? Да. На Летова похож, да. Наконец-то начал радоваться. Егор Летов уже не тот. Ты в Якутии, что ли, живешь? Нет, в Красноярске. Я из Железногорска, Красноярского края. Ну, помоги, если можешь, Лон или Windows. Я жду каждое видео с нетерпением. После видео о туалете, блядь. Так я себе готовлю вкусно покушать и начинаю решить проблемы. Это просто, когда я каждый раз, когда я просыпаюсь, я чувствую себя совершенно разбитым. Жить в кайф. Да я не знаю, как получать кайф от жизни. Забудь все плохое, наслаждайся жизнью. Легко сказать. Баток. Раздохнуть. Спасибо, Димор, за то, что соточку закинул когда-то. Скажите, о чем рассказывать, если вам нравится. Да, с тарелкой говорю. И как понимаешь, антидепрессант, успокоительное и нейролептик по рецепту врача. Полиция, по-твоему, для чего пишет Санчес? Да, блин. Даже я вообще так боюсь полиции, что даже... Я так скажу, я ее боюсь. Думер. Ну да.
чудесный лайк, пчелумный. Как зовут? Это не как кошка зовут просто. Вы очень душевный. Спасибо, браток, за комментарий. У меня телефон завис. Сейчас отвиснет. Сейчас пойду. По методу извора пасу. Или стоя. И заодно налью кофе. И воды. Короче, я поссал стоя, не по методу извора. Очень душевный, он гений. Все, у меня завис. Да, реально я похож на этого, на Фредди Дреда, где он с сигаретой сидит. Реально похож. Ну ладно. Какой-то музыкант, что ли? Канадский хип-хоп исполнитель. Underground исполнитель. Понятно. Лёжа что-то игнорит. Или Мэрилин Мэнсона, Егор Летов вернулся с тайги. Привет, привет. Запинать ли бы мне я на лекарство? К врачу надо. Игорь из тайги вышел. Шок, Игорь Летов вернулся с тайги, да. Так.
Что за звук был? Я не понял. Как минимум любая вакцина высокотоксична, пишет. Ну да. Да я не знаю, он уже не рекомендует меня. Да, портится на вкус как земля. Помню. Да, ферма Лабарка. Летов, разлогинься. Фу, что я устал. Читаю входящее. Доброе тебе, спасибо. Я, короче, не знаю, про что рассказывать. Посмотрел фильм «Бункер». Впечатление записал, но видео не сохранилось. Оно заглючило. Точнее, я фильм «Бункер» не до конца досмотрел. Впечатление. С одной стороны, он прав, а с другой стороны, он слишком жесток. Но жизнь жестока. Да ё-моё, какую-то фигню открыла. Все, он больше зависает, вообще невозможно. Сейчас перезагружу лучше. Вообще ПТС зависает, завис телефон.